11 августа в торговом центре «Муравей» впервые стартовала акция «В отпуск за наш счет». Покупатели, которые совершили покупку и зарегистрировали купон участника, получили возможность выиграть множество призов, бытовую технику, денежные призы, а главное – три путевки на двоих в Москву, Казань и Сочи. Общее количество желающих принять участие в акции превысило 7 тысяч человек. Я выиграла 5 тысяч, не ожидала, вообще в восторге. Видно все честно, ребенок вытаскивал, я выиграла. Нет, просто я на эмоциях. Сегодня выиграла денежный приз. Моему ребенку дали подарок. Участвуем вообще в первый раз. И такое везение. Всем удачи. Выигрыш. Мы сейчас такие стоим, я говорю, вот сейчас, если прикол будет, если скажут Михаил, и скажут номер 3373, и там Михаил 3373, я не ожидала. Просто восторг неописуемый. Спасибо торговому центру «Муравей» за нашу путевку. И переполняет, зашкаливает. Никогда ничего не выигрывала. Я здесь живу, всю жизнь в Ленинском районе, и хожу постоянно. Мой самый любимый торговый центр «Муравей». Всегда теперь буду принимать участие. Буду надеяться, что еще выиграю что-то. У нас традиционно каждый год проходят такие крупные акции. Вот у нас уже в этом году прошла «Купи на Ялту». Мы отправляли нашего победителя в лучший отель на Черноморском побережье, отель «Ялта Интурист». Это сейчас в Сочи решили отправить. В следующем году также будет проходить «Ялта», я уверен. И вот за наш счет, и еще много крупных, отличных, замечательных праздников для наших покупателей. Торговый центр «Муравей» всегда рад удивлять своих гостей не только богатым ассортиментом товаров, но и интересными специальными предложениями и розыгрышами классных призов. До новых встреч!